Всем привет нашим подписчикам. Кто еще не подписан, подписывайтесь на нас. Что мы сегодня будем готовить? Вот у меня такая вот большая вырезка лежит. Я ее крупно порежу. Потом в сковороде обжарю. С помидоркой, с солью, с перцем. Потом половина отложу нам с мужем, половина оставлю сыну. Почему? Объясню сейчас. Потому что наш сын не любит есть цветную капусту. А мы сегодня решили поесть с Димой цветную капусту. В общем, я половину оставлю Артему в сковородке жареного мяса и сварю ему немножко макарон и сделаю салатик овощной. Нам с Димой половину выложу в противень, туда же положу вот капусту и вот такую стручковую фасоль. Немножко добавлю, как называют, кетчинес, кетчуп с майонезиком, прям чуть-чуть. Вот. Засыплю моцареллкой и поставлю на чуть-чуть в духовочку. Вот у нас будет с Димой такой ужин. Сейчас все вам покажу, расскажу. Оставайтесь с нами. Вот я мясо нарезала вот такими крупными кусочками. Вот. Чтобы мелкие, они сухие быстро станут. Сейчас мы их выкладываем в сковородку в нашу. Не разогрелась даже, видите, сковородка не шкваркает. Вот мясо утушивается потихоньку. Добавила чуть-чуть майонеза и чуть-чуть кетчуп. Вот такой вот у нас кетчуп торчин украинский. Тут паприка. Ну, честно сказать, паприку мы там не учуяли, нам показался просто обычный томатный. Вот. Но этой же фирмы нам очень нравится чили. Он чили сладко-острый, очень вкусный. Если кто увидит, попробуйте. Ну, кто вообще кетчуп, если ест. Сейчас вот это вот все я перемешаю. И еще дам потушиться ему. Я посолила и поперчила. Ребят, мяско уже почти утушилось. Сейчас я отсюда отложу нам в лоточек с Димой отдельно. А у Артема еще добавлю зелень, и пусть оно тушится, а потом сюда же добавлю макароны. Отложила мясо немного, ну почти напополам разделила. Вот у меня овощи уже подтаяли, сейчас я их все перемешаю тут. Вот. Вот эта вот фасоль очень интересная, она, видите, и желтенькая, и зеленая. Очень у нее такой вкус интересный, желтая, она на вкус мне показалась, что она мягче, как будто она молоденькая еще. Но вкусно очень. Сейчас буду все это запекать. Сейчас перемешаю все, отправлю в духовку, закрою фольгой сверху, чтобы запекалось. Вот, и под конец уже добавлю сверху сыра немного. Такие макарошки сейчас буду варить. У меня полпачки оставалось. Вот такие вот с натуральным томатом и шпинатом. Они вот такие вот разноцветные. Ну, вкус, конечно, у них обычный, но в еде смотрится в готовке очень так веселенько, разноцветно. Сейчас покажу вам, как будет все выглядеть. Добавила в мясо петрушку и лук зеленый. И помидорки вот прям вот так вот положила. Сейчас они от того, что будет сковородка нагреваться, они полопаются и отдадут всю вкусноту. Макароны сварила, сейчас промыла, стекут и сюда добавлю, все буду обжаривать. Макароны сварила, чтобы были альденте. Прям вот 2 минутки не доварила, чтобы после обжарки они не развалились, как каши не стали. Так, ну здесь что у нас уже? Здесь у нас уже все хорошо. Пожарилось, обжарилось. Запах вообще обалденно идет. Сейчас сюда макароны высыплю. Они уже промылись хорошо. Такие вот они веселенькие получаются. Я даже не знаю, что это, ракушки или что это такое. Сейчас все это перемешаю. Чуть-чуть прям обжарю.
чтобы сухие не были, не буду зажаривать сильно. И выключу. Вот такие цветные макарошки у нас получились с зеленью, с томатами, со свининкой. Все я обжарила, все уже готово. Будем ждать Артема, когда он снимет пробу. А мы займемся дальше то, что у нас стоит в духовке. Овощами и мясом. Капустка наша постояла в духовке 20 минут. Но что-то еще жестковатое. Вот натерли моцареллу. Сейчас я немножко посыплю и еще отправлю, чтобы готовилась. Вот моцарелку у нас засыпали, да. Сейчас духовку еще отправлю. Ну, буду смотреть по времени. Но минут 10 точно еще будет стоять. Вот такая вкуснота у нас получилась. Стручковая фасоль, значит, у нас здесь. Цветная капуста, свинина. И все это с моцареллой. Очень вкусно пахнет, очень прям вот. Попробуем, узнаем, расскажу вам. Так что ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем мы очень рады всегда. Все заходите в гости к нам. Комментируйте, оставляйте комментарии все свои. Очень нам приятно. Так что всем пока!